Всем привет-привет! С вами, как всегда, Надежда Сергеева, интернет-предприниматель из домохозяйки в Леди. Сегодня мы будем с вами делать обзор каталога номер 10. Каталог начнется с 1 июля по 21 июля. Ровно 3 недели распродаж, ровно 3 недели очень ярких-ярких покупок. Я, как видите, да, здесь сделала много закладок. Не знаю, успею я сегодня все эти закладки пройти или нет. Это те странички, которые привлекли, в принципе, мое внимание, и которые, я считаю, можно рассказать в таком видео, как это. Именно для того, чтобы вы сделали для себя какие-то выводы о тех покупках, которые делаю я, и, возможно, захотели что-то купить для себя, да, по моим рекомендациям. Ну что, приступим? Итак, вот так вот выглядит этот каталог. Еще раз покажу. Ярко, сочно, по-летнему. На первых же страничках буквально, да, здесь идет вот такая вот акция, распродажа. Любой аромат всего за 399 рублей. 50 миллилитров парфюмированная вода. Вот такой вот парфюм. Здесь, значит, у нас получается парфюмированная вода Шармант, Буке де Ньюи, Буке де Аврор и Буке де Жардан. Вот такие вот красивенькие. Ароматы здесь разные, да, которые можно выбрать из этих ароматов те, которые подходят именно вам. Они разные, что, собственно, и привлекает. И также вот с этой стороны, да, у нас есть ароматы Belle Ange, Bon Bon Cheri и Boom Couture. И еще одна Sorbet Joli. Вот эти вот. Очень красивые названия, и, как вы понимаете, да, это все Франция. Это все Франция. Это очень красивые названия и очень классные ароматы. Из всех этих ароматов Boom Couture мне очень-очень понравился, но он сладкий. Этот аромат очень сладкий. Когда выветривается, в принципе, он ничего, но кто не любит сладкие ароматы, тем он не подойдет. А дальше, также парфюм у нас идет для мужчин. По большой распродаже, по большой акции у нас идет аромат, туалетная вода Ван Данвантюр. Ван Данвантюр, правильно, если прочитать. Это очень свежий аромат, его многие очень любят, этот аромат. Он, сейчас я скажу даже с какими нотками: морской бриз, горький апельсин, бегорат, удовое дерево. Такие вот идут в нем ароматы. И всего лишь за 449 рублей 35 миллилитров. Также здесь вот идет тоже маленькие версии разных парфюмированных вод и туалетных водичек. Также, да, 30 идет миллилитров. А здесь идет любой аромат 249 рублей на 14 и на 15 странице. То есть не 449 даже, а именно 249 рублей, 30 миллилитров женские и 35 миллилитров мужская туалетная водичка. А здесь у нас идут парфюмированные воды. Да. Дальше. Следующая страничка. Парфюм у нас будет еще немножечко подальше, да. Следующую страничку я бы хотела отметить. Это пудра в шариках, жемчужная россыпь, и румяна в шариках, жемчужная россыпь. Скидки идут до 40% на эту декоративную косметику, да. Пудра в шариках стоит 369 рублей. Это достаточно маленькая цена для этой пудры. Она очень классная, качественная, ей удобно пользоваться, ее не нужно много. Буквально опустил кисточку, стряхнул немножко и вот так вот корректируешь контур лица.
Либо это шоколадный загар, либо естественное сияние, либо жемчужная роса. Можно выбрать любой из вот этих оттенков. В принципе, хорошо. Единственное, что мне не очень нравится, это то, что она находится вот в такой баночке, в которой нужно откручивать крышечку. Было бы намного удобнее, если бы она открывалась как пудра, и можно было бы ее использовать, да, когда открываешь, откручиваешь, закручиваешь, это, на мой взгляд, не очень удобно. Дальше, следующее, что у нас идет, очень тоже классная акция на мыло серии La Crème. И не только на мыло, вообще, в принципе, на всю серию La Crème идет очень хорошая акция. Любые твердых 3 мыла за 39 рублей каждое, это по цене каталога, соответственно, да, по ценам консультанта еще дешевле. И также идет на дезодоранты акция. Здесь у нас получается дезодорант 50 мл La Crème за 99 рублей, любой абсолютно аромат. И также идет по акции у нас молочко для тела и йогуртовое суфле. Ароматы очень классные, очень нежные, очень приятные. Я прям тоже балдею от них. И, кстати, сейчас у меня тоже дезодорант из серии La Crème. Мыло очень тоже хорошее, не раскисает, что самое важное для меня. Так, дальше, следующее, что у нас здесь. У нас очень классные маски для лица, тканевые маски, которые можно приобрести всего лишь за 79 рублей, любую абсолютно. Это опять-таки по цене каталога, да, если вы не зарегистрированы, то это вот ваша цена. Если вы регистрируетесь, то получаете хорошую скидку на эту продукцию, да, 20%, и берете уже по своей цене, по цене консультанта. Значит, здесь у нас есть и лифтинг, и детокс, и восстановление, и увлажнение, и обновление, и питание. Я уже использовала маску питания с маслом макадами, очень классная. И использовала где-то тут у нас, так, восстановление, детокс, маска детокс с экстрактом винограда. Вот тоже я использовала, очень мне понравились эти маски. Планирую в этом каталоге как раз взять их по распродаже, по вот этой, по акции. Ну и также здесь за 19 рублей есть вот такие гелевые масочки. Они на 1-2 использования получаются. Хорошие маски, но мне все-таки больше нравятся тканевые, тем более, что в магазине за такую цену, такого качества маски, ну, в принципе, не найдешь. Дальше, что хотелось бы сказать, да, здесь у нас уже не первый каталог, представлена вот такая вот серия уходовой косметики, это крема, которые основаны на биотехнологии. В общем, читаю, да, как здесь написано. Биотехнология, клеточные концентраты цветов помешаны в биомиметические капсулы. Что это значит? Это значит, что они созданы с помощью запатентованной технологии. Биомиметический – это значит воспроизводящий природный механизм доставки питательных веществ в клетки кожи. И высвобождение полезных веществ из биокапсул происходит постепенно, запуская глубинные процессы омоложения. Это новинка в нашей компании. Это совместная разработка лабораторий Faberlic и Naolis. Это Франция, опять-таки, да. И вот такого, в общем, такая интересная серия, которую тоже можно применять по уходу за своим лицом. Если перевести вот это вот значение bloom, то на русский язык это как цветение, очень красиво, да? И что у нас в этой серии представлено? В этой серии представлена защита молодости, защита от морщин 35+, вот такая вот оранжевая, да, желто-оранжевая упаковочка. Идет у нас серия лифтинг 45+, красненькая упаковочка. И идет у нас омоложение кожи 55+, фиолетовая. И
все, да, и все. Вот у нас получается идет 4 серии уходовой косметики, уходовые крема. Крема ночные, дневные для век. И также сыворотки-активаторы тоже есть для лица. Так, да, все, по-моему, все. Дневной, ночной для лица крема, крем для век и сыворотка. Тоже очень хорошая вот эта продукция. Ну, по крайней мере, то, что идет в новинке, то, что основано на новых технологиях, да, на биотехнологиях, это, конечно же, уже более современные продукты, которые подстраиваются под нашу кожу. Дальше, следующее. Конечно же, все девочки, и не только девочки, женщины и бабушки, хотят быть прекрасными, да, выглядеть замечательно в любое время года, несмотря там на то, есть морщинки или нет, да, особенно когда мы готовимся к какому-то мероприятию, особенно когда это фотосессия или день рождения, или свадьба, или еще что-то, да, хочется выглядеть на все 100%. У нас есть вот такая серия Beauty Lab, которая подтягивает кожу мгновенно. Не только подтягивает, но и разглаживает, да, какие-то морщинки, убирает какие-то расширенные поры, сглаживает кожу, убирает покраснения, круги под глазами, мешки под глазами. Все это очень хорошо работает. Но единственное, да, что эта серия продукции, которую нужно использовать либо постоянно, да, если вы хотите, чтобы эффект держался долго, либо, вот как я уже сказала, перед какими-то мероприятиями. Здесь идет и маска для лица, матирование, очищение. Есть фольгированная маска для лица, вот такая вот она, поближе покажу. И есть еще маска, которую наносишь, и она через какое-то время становится такая вот, здесь не показано, она становится белой, как пена, как будто бы на лице. Это, по-моему, матирование очищения, да, должна быть. Для склонной к жирности кожи такая вот масочка. А то, что касается фольгированной, то она создает легкий термоэффект, открывает поры, способствует более глубокому проникновению активных ингредиентов. А уникальная эмульсия соком алоэ, пантенолом и экстрактами камелии и гамомелиса мгновенно увлажняет и насыщает кожу питательными элементами. Почему я выбрала эту страничку? Потому что я тоже планирую из этой серии, да, приобрести для себя масочки. Также есть укрепляющая маска патч для кожи век, которая очень хорошо держится вот здесь вот. И даже можно на утреннюю пробежку, проверено уже, да, на утреннюю пробежку использовать их и совмещать приятное с полезным. Дальше. Очень мой любимый, даже сказать так, очень популярна серия, да, вот это вот Axiology, и крема, и маски, да, и много различных других уходовых средств, но больше всего из этой серии я люблю серию, да, легендарный кислород Axiology, спрей-лед восстанавливающий. Этот спрей можно распылять на лицо в 20-30 сантиметрах от лица на чистую кожу, да, для того, чтобы мгновенно охладить, освежить, подтянуть ее немножечко и после этого наносить уже крем. Этот спрей помогает тем полезным свойствам крема, которые в нем есть, да, проникать в клеточки кожи намного-намного лучше, чем без этого спрея. Это первое свойство. Второе свойство этого спрея – это то, что он охлаждает, особенно когда жаркая, да, погода. Третье – это то, что его можно наносить, брызгать даже на макияж, и он ничего не размажет, да, ничего не потекет. Четвертое – это то, что этот спрей
помимо того, что он носит косметический характер, он еще и восстанавливающий и в других сферах, да. Например, когда ужалила крапива, или какие-то насекомые покусали, или ты обожгла себе палец там, или еще что-то, да. Например, у меня была ситуация на днях, когда я утюжком немножко прижгла себе палец, может быть, даже видно будет, вот, пятно. И, конечно же, жжет, неприятное ощущение. Обычно я подходила к воде, да, там в холодной воде подержу. А здесь я просто пару пшиков сделала вот этим вот спреем, и все, у меня все прошло, и потом в дальнейшем уже ничего не болело, как обычно это бывает. А здесь идет у нас 60% акция на этот спрей, 99 рублей по цене каталога. Я считаю, что это вообще копейки, учитывая то, что черная цена 250 рублей у этого спрея. И также здесь идет еще сыворотка. Ну как она, не сыворотка, это кислородный активатор. Тоже вот в такой вот упаковки, да, как из-под сыворотки, тоже такая же, похожая. И этот кислородный активатор, который я еще пока не пробовала, ну, кстати, вот повод попробовать, да, позволяет коже эффективнее усваивать полезные вещества из любого другого средства по уходу. Просто наносите его под ваш крем или используйте как самостоятельное средство. Ну да, в принципе, можно использовать как сыворотку. И вместо крема, например, утром, для того, чтобы не было, да, жирного блеска под макияжем там, и так далее. Ну и, конечно же, тоже серия Axiology, это вот такие вот очищающие средства. Здесь идет у нас акция «Любые два очищающих средства по специальной цене. Кислородное дыхание для всех типов кожи». А мне очень нравится здесь мицеллярный лосьон. И мне очень нравится тоник для лица. Так, и, кстати, вот на этой страничке у нас тоже идет абсорбирующий тоник для лица, вот как раз вот для меня. Это для жирной комбинированной кожи. Его я использую, он идет по акции всего за 149 рублей. Его хватает достаточно на долгое время. И что касается мицеллярного лосьона, который снимает макияж, тоже очень надолго его хватает, да, если, ну, если, например, красишься не каждый день, не убираешь макияж не каждый день. Я сейчас, в принципе, практически каждый день наношу макияж, да, потому что я постоянно нахожусь на публике, так сказать, то записываю видео, то выхожу в прямые эфиры, то провожу вебинары, то общаюсь просто со своими партнерами, да. Конечно же, нужно выглядеть достойно, так скажем. И поэтому вот эти средства – это незаменимые помощники для того, чтобы и удалять макияж, и для того, чтобы сохранять красоту нашей кожи. Следующее, что я выделила из этого каталога, это вот страничку 116-117. Это уход за нашими ножками. Ну, конечно же, за одним лицом, если ухаживать, а за остальным телом не ухаживать, это будет не очень хорошо. Поэтому я предлагаю тоже, да, обратить внимание на такой вот бальзам для стоп, гладкие пяточки, который очень-очень хвалят. И сейчас идет любой продукт за 99 рублей. По каталогу, да, это бальзам стоит вообще как бы 200 рублей, без акции 149 рублей, по акции 99 рублей. Можно использовать совместно вот этот вот бальзам, плюс можно к нему взять вот такую вот пилочку двухстороннюю для ног. Она стоит, конечно, 499 рублей, получается, да. Так, 118, 119. Да, и здесь любой продукт, кроме пилки, идет за 69 рублей. Любые крема, любые, в общем-то, бальзамы для ног, да, вот можно приобрести за такую цену. И также здесь идет еще размягчающий крем-компресс для ног. И и еще для себя я тоже выделила карандаш-стик от натирания кожи. Это когда я ношу какие-нибудь босоножки, туфельки, я думаю, что это будет мне полезно. И такой карандаш-стик уже у меня тоже заказали в этом каталоге, хотя сейчас еще июнь пока, но уже на июльский каталог есть заказы.
Дальше, что еще, да, у нас? Это я очень люблю, сейчас покажу. Это вкусняшки. Вот такие вот вкусняшки, ароматные, хорошие. Мятный шоколад, малиновый белый шоколад, французский десерт, карамельная груша, ванильное лакомство, вишневый конфитюр. Как это все вкусно звучит. Это все крема для рук. Это, это гель-крем для душа. У нас здесь идут, да? На этой страничке получается крем-гель для душа, на этой страничке крема для рук. А, крем для рук французский десерт и пену для ванн я использовала, тоже французский десерт. Сейчас у меня мятный шоколад, гель-крем для душа. И я думаю, что я возьму себе вишневый конфитюр и ванильное лакомство. Хотя, в принципе, они все очень вкусные, и сейчас у меня мыло карамельная груша. Тоже очень приятные ароматы, а текстура очень-очень нежная, да, прям так и хочется понюхать, попробовать это все дело. Вот такая сладкоежка. И вот здесь вот еще следующие странички, 128-129, тоже идет та же самая вкусная серия. Здесь идет у нас шлифующий скраб для тела, мятный шоколад, малиновый белый шоколад и бальзам для губ. Кстати, да, бальзам для губ тоже нужно, наверное, обязательно попробовать. И карамельная груша, крем-сорбет для тела, лимонное манпансье и карамельная груша. Вот такие вот. Акция идет, значит, супер цены от 89 рублей, любой бальзам за 69 рублей, а крем и скраб идут за 149 рублей, которые для тела идут, вот эти. Очень прикольные, да, тут у нас акции, прикольные распродажи. А, конечно же, стоит уделить еще и интимной гигиене, да, зона такая вот у нас нежная, за которой тоже нужно ухаживать, за деликатной, за этой зоной. Здесь у нас идут любые два продукта по специальной цене. Гель для интимной гигиены любой, либо для чувствительной кожи, либо просто за 149 рублей идут вот такие вот. Они идут по 200 мл, их в принципе достаточно надолго хватает. И также здесь идут дезодоранты для чувствительной кожи, гель для душа с афродизиаками, молочко для тела с афродизиаками. За 99 рублей, кстати, здесь вот, и за 129 рублей. В общем, очень приятные такие цены. Тоже любые два продукта можно взять по специальной цене. Например, себе и подруге, да? Или вместе скооперироваться и заказать. Дальше. Дальше. Конечно же, наши зубки тоже требуют ухода. Это все то, что, в принципе, вот я покупаю, да, в каталоге, то, что периодически, да, там заканчивается, и периодически нужно пополнять свои запасы. Концентрированная зубная паста всего за 99 рублей по цене каталога. Концентрированная плюс 200, на ней вот так вот написано. Очень крутая паста, мне она очень нравится, она действительно работает во всех направлениях и освежает, и даже немножко, мне кажется, отбеливает, удаляет зубной налет, предотвращает появление кариеса, оказывает противовоспалительный и антибактериальный эффект после такой зубной пасты. Так же, как и от... Вот здесь вот есть еще комплекс Kea Propolis, так же, как и от этой зубной пасты. И есть еще специальная зубная паста для того, чтобы не было кровоточивости, да. Здесь вот это восстановление и укрепление, бережное отбеливание. Так, мгновенное, чувствительное. Вот укрепление и защита десен. Она идет за 199 рублей. А если мы берем вот эту 200+, да, концентрированную зубную пасту, то это всего 99 рублей. Вот, дальше идем. Что у нас тут еще? Конечно же, парфюм у нас не закончился, как я и обещала. Идет вот такая вот новиночка у нас, да, уже, по-моему, второй каталог, лимитированная серия, лимитированный выпуск, это набор миниатюр Weekend Collection для женщин, ароматы бестселлеры в изящной коробочке, в маленьких, да, вот в таких вот, по-моему, 7 мл у них идут бутылочки, да.
миниатюры парфюмированных вод. Это идет у нас Beauty Cafe, это Флерет и Увайлет. Да, очень прикольно. Вот такие вот маленькие, аккуратные, в дорогу вообще, в путешествие. Сумочку кинул и вообще не паришься, да, что всегда с собой приятные вкусненькие ароматы. Дальше, парфюмерная вода Beauty Cafe. При покупке по каталогу на сумму от 299 рублей любой аромат 15 мл вот в такой вот маленькой, да, упаковке можно приобрести за 169 рублей. Опять-таки с собой в сумочку это будет отличный вариант. Дальше у нас очень много новинок в каталоге. Это Дом Фаберлик, серия Дом Фаберлик. И я решила показать именно вот эту вот серию, где у нас идет тренд эко, да, эко-тренд, который подразумевает то, что посуда выполнена из волокна, из натурального, да, из волокна пшеницы, с добавлением полимеров, она не токсична, безопасна для человека и для окружающей среды, очень легкая и прочная посуда. Вот так вот это все выглядит. Так, дальше, да, вот здесь, вот на этой страничке тоже покажу. Я отметила для себя, что, возможно, я куплю полотенца кухонные. Это, значит, у нас идет 80% полиэстер, 20% хлопок, 40 на 60 размер, в принципе, хороший. Цветущий луг есть расцветка и луговые травы. Покажу поближе. И также здесь есть прихваточки и вот такая вот варежка, да, для духовки. Дальше здесь вот есть тоже такая вот классная штука, как контейнер. Контейнер с тремя отделениями, ложкой и крышкой. Очень классная штука, тоже мне нравится. Также вот, вообще, если в принципе вся серия будет на кухне, мне кажется, будет очень красиво. Это и фартук, и вот такой вот складной дуршлаг, который складывается, да, и как доска. Его очень легко, мне кажется, удобно хранить. И очень, когда его разложишь, очень удобно мыть, да, тоже фрукты, овощи, ну или, например, макароны, да, там в этот дуршлаг тоже будет удобно, мне кажется. Размер у него 32,5 сантиметра на 25, на 29,5 и на 4,2, если получается толщина, да, если он в сложенном виде. Так, дальше. Ну, здесь тоже вот есть такие всякие разные товары. В общем, можно посмотреть и выбрать то, что вам необходимо. Акция идет на наше любимое мыло для кухни, устраняющее запахи. Это акция, значит, в чем заключается? Любые два мыла для кухни всего за 85 рублей. Ароматы здесь тоже всякие разные есть. Есть и аромат водяной лилии, цветочно-пряный аромат, весенние цветы, аромат зеленого чая, аромат экзотических фруктов. Очень тоже классное мыло. Всего за 85 рублей каждое, если брать два, это по цене каталога. Я считаю, что это очень достойная, доступная цена, учитывая то, что это мыло устраняет и разрушает всякие молекулы неприятного запаха. В общем-то, тоже такое запатентованная технология, никто не знает больше, да, как это происходит, но оно работает, это 100%. Также, да, стиральные порошки, уход за нашими вещами. Любые два стиральных порошка за 279 рублей каждый. Учитывая то, что одна упаковка стирального порошка по черной цене стоит 550 рублей. Он концентрированный, еще раз повторюсь, да. Если я еще не сказала, не помню. Дальше, да, что хочу сказать. Здесь идет у нас три аромата. Альпийские луга, морозный день. И здесь идут у нас для цветного белья и универсальный. Я, скорее всего, возьму себе вот эти вот два, морозный день и альпийские луга, потому что я их еще не брала. Брала в основном вот эти вот два.
Хватает, в принципе, их действительно надолго. То, что они заменяют 3 килограмма порошка, мне кажется, это правда, хотя в упаковке, да, 800 грамм, потому что его действительно нужно достаточно мало. Ну, здесь написано одной ложки. Дальше. Ой, ну вот это вот тоже один из любимчиков. Это освежители водные воздуха. 50% идет скидка на них за 99 рублей каждый освежитель. Тропический бриз, имбирный пряник, апельсин с корицей, весенние цветы. У нас был весенние цветы, есть тропический бриз. И апельсин с корицей тоже был, имбирный пряник тоже был. В общем, все эти были. Мне не очень понравился весенние цветы, аромат, а вот все остальные, в принципе, хороши, мне понравились. Так, в принципе, тоже, да, можно приобрести. Кстати, в чем суть, да, почему их брать можно, а не те, которые в магазине? Во-первых, потому что они водные. Они безопасны для человека, они ни капельки не вредят дыханию, да, ни вашему, ни ваших детей, даже если дети много-много-много раз побрызгают. Они основаны, да, на воде и косметических компонентах. Они эффективно устраняют неприятные запахи, быстро наполняют помещение яркими ароматами и подходят для использования в любых комнатах и даже в машине. Так, дальше. Дальше. Вот хотела показать, да, что здесь очень выгодные цены на белье Флоранж. Это тоже Франция, это не какое-то там, да, непонятное какое белье, это французское белье компании Флоранж, воплощение нежности и всего-всего того, что вы хотите, да, возможно, даже где-то элегантности, где-то сексуальности, где-то еще чего-то, да, все найдете именно здесь, очень классные цены, любые два бюстгальтера за 749 рублей каждый, любые две модели трусов за 349 рублей каждый, и качество, конечно же, соответствует цене, которая черненькая цена, смотрите, поэтому, если вдруг вы берете белье и оно вам не подходит, вы можете в Фаберлик его вернуть в течение 14 дней и поменять на другой размер. Так, ну все, у меня закладочки закончились, я больше для себя такого ничего не выделила. Возможно, да, вот из серии вот этой вот Basic, мы будем брать еще футболочки, да, шорты, брючки, блузочки, рубашки. Это то, что повседневно, да, то, что нужно постоянно, особенно детям. Футболочки здесь тоже достаточно хорошие, и цены тоже хорошие. Футболка 249 рублей идет, да, это по цене каталога, то есть по цене консультанта это еще дешевле получается. Почему нет? Можно детям брать, тем более, что качество этих футболок 100% хлопок, и они не растягиваются после стирки и не теряются. Отстирывать нашим порошком от Faberlic и пятновыводителями и спреем. Пятновыводителем очень-очень легко и просто. Сейчас я уже даже не заморачиваюсь, посадили пятно, а и все равно отстирается, потому что это Faberlic. Ну и что вы получаете, да, в этом каталоге еще? Если вы еще не зарегистрированы, то вы можете это сделать уже с 1 июля в каталог номер 10, да, зарегистрироваться по ссылке под этим видео, которое вы сейчас смотрите, да, в описании, либо написать мне в любую социальную сеть или сразу же в WhatsApp, то, что вы хотите зарегистрироваться, дать мне об этом знать, да, и сразу же после регистрации, если вы делаете заказ и оплачиваете на сумму от 1499 рублей по ценам каталога, да, период регистрации, то вы получаете в подарок за 1 рубль в следующем каталоге стиральный порошок концентрированный, универсальный, вот этот, да, и либо вы выбираете, да, либо универсальный, либо для цветного белья, плюс вы получаете кондиционер с аромакапсулами, тоже на выбор, или кондиционер для чувствительной кожи, либо просто
с аромакапсулами. В общем, порошок и кондиционер очень крутые, очень классные, уверена, что они вам понравятся. А цена в каталоге, да, вот 458 рублей, а вы получите всего лишь за 1 рубль. Классный подарок, я считаю, что классный. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы ко мне, если вы хотите консультацию, да, со мной на тему продукции, а может быть, вы хотите консультацию на тему того, как можно зарабатывать вместе со мной в проекте «Партнер» компании «Faberlic» и зарабатывать хорошие деньги, да, то напишите мне обязательно об этом, я не кусаюсь, отвечу на все вопросы, все расскажу, все покажу, проведу вас за ручку, и вы сможете повторять наши действия и тоже зарабатывать так же, как и мы. Я всем желаю хорошего настроения, всем желаю прекрасных дней летних, пускай у вас все мечты сбываются, ну а с вами была Надежда Сергеева, всем пока-пока!